После воскресения 40 дней Христос на земле давал свои учения, как веру и наставления свои нести апостолам по назначению. Когда благословлял на Елеонской горе, стал подниматься он в небо, Иисус вознесся к своему Отцу за белое облако неба. Когда благословлял на Елеонской горе, стал подниматься он в небо, Иисус вознесся к своему Отцу за белое облако неба. Прошло 40 дней, в Иерусалиме явился Он, благословение раздавал Иисус людям. Апостолы, останьтесь все вы здесь, Дух Святой зайдет, и вы увидите, что будет. Когда благословлял на Елеонской горе, стал подниматься он в небо, Иисус вознесся к своему Отцу за белое облако в небо. Когда благословлял на Елеонской горе, стал подниматься он в небо, Иисус вознесся к своему Отцу за белое облако.